для проведения развода построен, докладывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка полковник Елизаров. Здравствуйте, товарищи! День образования патрульно-постовой службы полиции был учрежден в 2002 году. Дата праздника была выбрана не случайно, так как 2 сентября 1923 года была опубликована инструкция постовому милиционеру. Этот документ регулировал основные права и обязанности постовых, а также утверждал общие служебные положения. Именно этот день считается датой создания подразделений ППС. В этом году торжество провели позже, потому что дата выпала на выходной. В Ульяновске на Соборной площади губернатор поздравил стражей порядка. Также глава региона наградил сотрудников полиции. Ваше предназначение вместе со своими товарищами первыми вставать на защиту наших земляков и соотечественников, круглосуточно и непреклонно охранять их здоровье, жизнь и покой. Мероприятие сопровождал ведомственный духовой оркестр. И по традиции провели минуту молчания в честь стражей порядка, погибших при исполнении. Они охраняют общество. Статистика есть, работает эффективно. В целом за 8 месяцев сотрудниками патрульно-постовой службы ульяновской полиции раскрыто 400 преступлений, из них более половины – это тяжкие, особо тяжкие преступления. 125 преступлений, относящихся к категории незаконного оборота наркотиков. Пресечено более 10 преступлений, связанных с грабежами и разбоями на улицах. В целом, за 8 месяцев полицейским удалось снизить количество преступлений, совершаемых в общественных местах. В Ульяновской области работают 6 подразделений патрульно-постовой службы. Виктория Чиркова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.